это последний. Да, я знаю. Мама сегодня принесет еще. Я не собираюсь следующие 200 лет добывать еду на всех. Ни за что. Я в понедельник охотился. Молодец. Когда ваша дочь видит страдания людей, она испытывает не голод, а сочувствие. Просто попробуй, вдруг тебе понравится. Я и так знаю, что мне не понравится убивать. Ты не убиваешь, ты питаешься. Выбери, кто больше нравится, я его подвешу и покажу, как выпускать кровь. Я не голодная. Сегодня он убил летучую мышь. А если в следующий раз нападет на человека? Мой сын не убийца. Да, я смог бы убить только себя. Мне не нравится жить. Я бы с радостью умер ради благого дела. Сколько тебе? 68. Ты совсем не выглядишь на 68. Что бы ты хотел сделать напоследок? Что? Последнее желание. Перестань! Я совсем разберусь, моя гуманистка. Где он живет? Львица влюбилась в овечку. А овечка просто мазохист. Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца.